Хе-хей, приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в Granny Roblox. Страшненькая бабулька будет нас преследовать. А все, что нам необходимо сделать, это по-быстренькому найти в ее домике ключ и свалить из этого дома. Да, сейчас мы находимся на нейтральной территории. Бабуля у нас выглядит вот так вот. Вот это вот, я не знаю, это ключник какой-то, смотри, там куча ключей. А, это создатель, я понял, это создатель. Ладненько, хорош здесь уже всего разглядывать. О, чувачок, здорово, ты тоже? Ты хочешь от бабки сбежать, да? Бабки-ешки, ладно, давай начнем уже, наверное. Зайдем сюда, в бедрум. Опачки, я проснулся. Бабуля, бабуля. Чувачок, ты тоже на моей кровати проснулся? Ты мой бразер, что ли? Так, нам надо отсюда свалить, дружище. Какая замечательная картина, да? О, можно прятаться от бабули, слушай. Давай ты сходи, посмотри на разведку, там чё как... А я здесь посижу. Потом придешь, расскажешь мне. Чё-то как-то он не хочет возвращаться. Ладно, по-тихому валим сюда. Ванная комната. Шестереночка почему-то плавает. Отличная ванна, между прочим. Я бы здесь купнулся. У бабушки тут какие-то апартаменты, слушай. Такие прям как в отеле. У бабушек обычно квартиры такие, ну прям это... Советский Союз. О, там девчонка! Смотри, девчонка, что она делает? Что она делает? О, ребята, да вас здесь куча! Нифига себе, бабка, сколько тут народу собрала! Да у нас здесь пати! Сейчас затусим, дискач замутим! А чё вы трезвоните? Сейчас бабка прибежит, она тут всем люлей надает битой своей. Так, лову... Ой-ё-ё, бабуля, привет! Кажись, она там хочет девочку какую-то пришлепнуть, да? Вон, у нее кровавая бита... Ой-ё-ё-ё, нет, я пошел. Девочка, тебе крендец. Там бабка поднимается. Фух. Так, куда я еще не заходил? Так, здесь я не был, да? Есть отличные капканы. Бабушка позаботилась о безопасности своих детей. Это что такое? Это бита, что ли? Это молоток! А как мне его взять? Подожди. Так, у меня уже есть шестеренка, это которую я нашел в ванной, да? Это отлично, конечно, все. Но как мне взять молоток? Во, наконец-то я его взял, смотри, вот у меня молоток есть. Отлично. Так, что дальше? Что дальше? Погоди, там вон бутылку вижу. Надо как-то до бутылки добраться, по-любому. Или это не бутылка? А, это не бутылка, это отвертка. Надо бы ее как-то достать. А как мне ее достать? Нужна какая-то досочка, по-любому. Где мне эту досочку взять? Так, это ванна. В ванной я нашел шестеренку. Я помню это. Блин, как туда добраться? Может быть, с верхнего этажа? Сейчас попробуем туда подняться. Здесь я уже был. Во, верхний этаж. Отлично, нам сюда. Так, манекен. Оу, какой окровавленный манекен. Подожди, а здесь как ползать? Здесь можно ползать? Я туда не пролезу. Может быть, это отверстие для бабушки? Так, вижу, что это такое. Зеленая шестеренка. Так, как мне ее взять? Мне надо взять зеленую. Вот, взял. Взял зеленую. Ёкарный, что это такое? Что здесь с полом происходит? У меня галлюцинации или это реально? И... Это призрак? Призрак, привет, если я к тебе подойду, ты меня грохнешь, нет? Нет, вроде бы это дружелюбный призрак с красными глазами. Ладно, пойдем дальше. Ага, здесь есть у нас вентиляция и небольшой ящичек, в котором, к сожалению, ничего нету. А вентиляция... Так, вентиляция... С ней мы тоже ничего не можем сделать. Понятно. Значит так, как мне достать отвертку? Отвертку. Опачки! А, вон отвертка появилась, смотри-ка. Блин-блинский, как же до тебя добраться-то? Прикинь, я ее просто на расстоянии взял. Я обладаю какими-то телекинезными способностями. Я понял, мне теперь нужно найти... А, подожди, вентиляцию можно было выбить молотком. Я поторопился. Пойдем-ка вернемся обратно. Так, у меня же здесь молоток. Где этот молоток? Вот он, этот молоток. Я надеюсь, что мои догадки верны. Вентиляцию выбить молотком. Нет, нифига. Значит, может, отверткой раскрутить тут все нафиг? Не, не прокатывает. Ладненько, пойдем дальше. Подожди, а шестеренки для чего нужны? Шестеренки. Для чего же вы нужны? Я пока не въезжаю. Собрал кучу всего, всякого барахла. А, подожди, смотри-ка. Может, потайная комната здесь есть? Действительно, смотри, там что-то есть. Там есть, я вижу. Я прям проглядываю. Там
что-то есть. А, не пролезь. Так, ой, зеленый челдобряк напугал меня. Я еще не шастал по первому этажу. Давай пробежимся по первому этажу. Так, это кухня. А, вот он ключ. Он даже вообще не спрятан. Берем ключ. Окей. Здесь у нас кот. Смотри, кот есть. Берем кот. А, микроволновая печь. Здесь у нас что-нибудь есть наверху спрятанное? Нет, здесь ничего нету. Понятно, вроде бы здесь все. Оу, какой кровавый отпечаток. Сундук. Мне кажется, что его кто-то открыл. Ладно, мы туда пока не будем выходить, мы сейчас все в квартире обыщем. В квартире все обыщем. Так, где моя отвертка? Может, я раскурочу телек? Нет. Хорошо, может быть, молотком я его раскурочу? Нет, не раскурочу. Ладно, пойдем, пойдем дальше. Что у нас здесь? Здесь еще один ключ, смотри-ка. Давай возьмем. Сколько же у меня уже предметов-то, а? Здесь у нас какой-то зеленый ключ или что это такое? Подожди, дай-ка. Да, это какой-то зеленый старинный ключ, смотри, какой он крутой. Офигеть. Все очень замечательно. И вот дверь в подвал, где наша бабка нас ждет, да? Она отсюда убежала? Она отсюда убежала. Теперь я могу здесь спокойненько пошастать, да? У нас здесь... А нет, вот она, бабулька-то. Там вот где-то в стеночке прыгает. Значит так, давай попробуем ключ вставить сюда. Нет, этот ключ не подходит. Давай вот этот попробуем. Нет, тоже не подходит. Ну вот это точно не подходит сюда, по-любому. Нет, не подходит. Все, ключи я все испробовал. Бабуля, не сорвись на меня, блин, она бежит там уже. Все, все, сейчас крендец будет. Фух, убежал вроде бы от нее. Так. Так, 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 так. Она куда-то в потолок смотрит, она шею свернула. Угу. Мне здесь точно не пройти, только в эту комнату, наверное, да? Опа, в эту прошел. А дальше не прошел. Угу. Может, здесь эликсир какой-нибудь есть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, валим-валим-валим-валим, быстро-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 
вроде бы убежала. Так, значит, нам нужно выйти отсюда. Ой, ё-моё, нет! Не-не-не, бабуля, нет, не преследуй меня. Не преследуй, фух. Фух, она... Хорошо, что она стопорится у стенок. Это, конечно, баг. Так, нам нужно выйти на улицу. Плоскогубцы валялись? Плоскогубцы валялись, офигеть. Где здесь плоскогубцы? Я видел еще чувака с арбалетом здесь. Но это просто пипец. Так, выходим на улицу. Выход на улицу, наверное, здесь, да? Да. Вот мы на улице очутились. Так. О! Ну-ка, здесь, может, ключ открой что-нибудь. Никакой ключ что-то не срабатывает. О, ништяк, сработал ключ. Отлично, попробуем сейчас достать шестереночку. Вот она. Берем шестереночку. А из колодца что-нибудь можно достать? Колодец, давай. Крутится. Сейчас, может быть, ведерко поднимется из колодца. Еще одна шестеренка поднялась оттуда, понятно. То есть эта шестеренка поднимается из дна. Ладно, выходим отсюда. Достаем ключ. Теперь нам нужен ключ вот от этой будки. Этот ключ не подходит. Этот ключ тоже не подходит. О, подошло, смотри-ка. А как туда пройти-то? Зеленая шестеренка. У меня где-то была же зеленая так, шестеренка зелененькая. Вот она, пожалуйста. Вот я дурень, как приседать? Так вот как приседать. Вот, кнопочку нажал и присел. Капец. Открываем дверцу. Заходим сюда. И зелененькую шестереночку. Пожалуйста. Что-то произошло. А теперь красную шестеренку надо. У меня красной, по-моему, не было, да? У меня только коричневая, серая, зеленая. Красная есть! Кого я обманываю? Так, красную открыл. Теперь нужно коричневую шестеренку. Коричневая, где у меня коричневая? Блин, не вижу. Коричневая, вот, пожалуйста. Есть, я прошел! Что там, что такое? Это, по-моему, карта. Берем карту. Мастер Кей. Это карточка, которая поможет нам пройти через ту дверь. Так, вылазим. Заперто. Заперто, надо открыть. Открыл. Фух. Оу, ты посмотри, что здесь. Устройство для казни, чтобы отрубать головы. Жуткая вещь. Так, а в сундуке у нас ничего нету? В сундук я могу залезть, по-моему, да? Нет, не пролезу. Ладно. Тогда пошли сюда. Так, я теперь умею нагибаться. Точнее, сгибать свои колени. И пойдем-ка спустимся в подвал. По-любому эта дорога ведет в подвал. Так, мы в подвале. Ага. Вот так вот. Здорово, зелебоба. Я тут кое-куда хочу пройти. Я вот здесь вот еще не был. Вот сюда хочу.
Опачки. О, что это такое? Подожди. Так, я нашел здесь какую-то шайбу, но я ее не могу взять. Видимо, здесь нужен молоток. Чтобы вытащить, нет, молоток не нужен. Эту фигню тоже я никак не могу молотком выбить. Может быть, отвертка мне поможет? Отверточка. Отверточка. Да, отвертка здесь помогла, и я нашел еще один ключ. Так, беру ключ. Не берется ключ. Видимо, вот. Вот. Вот, сейф-кей. Я взял ключ от сейфа. Так, теперь где я еще не был? Где я еще не был? А для чего тогда молоток? Молоток. Кусок мясищи, смотри какой. Может, здесь молоток нужен? А, здесь, мне кажется, нужен какой-то другой предмет. Может быть, и ножик, или еще чего. Ладно, поднимемся повыше. Что у нас здесь? А здесь у нас батарейки. Смотри-ка, берем батарейки. Отлично. Ключ нужен здесь. Возможно, здесь что-то лежит. Так, какие ключи у меня еще есть? Есть ключ вот такой вот. Это ключ от сейфа, он не подходит. Есть ключ такой. Тоже не подойдет. Есть вот такой. Опачки! А вот и ключ от оружейки подошел. Это все-таки оружейка была. Арбалет. Арбалет я могу взять? Арбалет, пожалуйста, берите. Берите арбалет. Так, походу мне придется сейчас залезть туда. В этот ящик. Вот так я залез. Я беру. Вот, наконец-то у меня есть арбалет. Фух, я теперь от бабки могу отстреливаться. Где мой арбалет? Во. Еее. Я могу стрелять. Здесь есть еще верхний этаж. И есть возможность побродить еще по этому этажу. По здешнему. Че у нас? Мишка. Мишка, здорово. Мне дали бейджик за то, что я нашел тебя. Я тебя как-то могу раскурочить? Может, у тебя там секретка внутри есть? Нет, его я раскурочить не могу. Единственное, что могу стрельнуть вот так вот. Ладно. Пойдем поднимемся на верхний последний этаж. Я так думаю, что это последний. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Кровати. Кровати, еще одна дверка. А, ну все, это я, то есть, вернулся, да? Все понятно. Смотри, для чего нужен был арбалет. Арбалет нужен был, чтобы... Опачки! Так, нет. Это глюк. Вот так вот, хопачки, чтобы сбить отвертку и получить ее. Но так как я ее взял какими-то своими телепатическими способностями, мне арбалет, в принципе, больше не нужен. Хотя, может, от бабки отстреливаться буду. Фиг его знает. Так, мы у бабушки в подвале. Я не открывал еще вот этот вот сейф. Надо бы попробовать все ключи. Все ключи, которые у меня только есть. Опа, опа. Так, пробуем. Не подходит. О, подошел. Смотри-ка. А тут у нас плоскогубцы. Берем плоскогубцы. Отличненько, у нас есть плоскогубцы. И что мы теперь с ними можем делать? Пойдем-ка, выйдем-ка вот сюда. Ой, не, вот сюда выйдем. Так, может быть, здесь плоскогубцы мне помогут, а? Эть, не хотят. Да что ж такое-то, а? Туда можно пролезть? А, смотри-ка, походу можно. Есть, наконец-то я пролез. Вон оно что. Нужны были плоскогубцы. Все понятно. Есть. Берем ключик. Роблокс ключик. И вылазим отсюда. А может быть и без плоскогубцев туда можно было пролезть? Ну-ка, дай-ка попробую. Не, без плоскогубцев не пускает. Ну, наконец-то. Я все вроде бы собрал. Вот этот ключ. А чего он, этот ключ? По-моему, как раз от того замка на двери. Сейчас-то мы попробуем. Так, мне бы сейчас на бабульку не нарваться. Бежим. Так, бабульки там нету внизу? Надеюсь, что нету. Я вроде бы как все собрал. Можно мне открыть двери? Так, где этот ключ? Ключ Роблокса. Ай-яй-яй, блин, да что ж такое-то? Ай, блин, я все собрал. Ну что, я снова все ингредиенты собрал. Попробуем еще разок, главное не нарваться на бабушку. Так, у меня ключик был. Так, подожди, здесь вроде бы уже все открыто. Кроме красной кнопочки. Ну вот, двери снова заблокировались. Достаем молоток. Подходим. Все я снял. Батарейку я приложил. Код я типа ввел. Мастер-карт есть. И ключ у меня есть. Вот, можно я пройду. Ну блин, ну дайте пройду. У меня же все открыто уже. Может, что-то еще не хватает, а? Я не знаю, чего еще не хватает? Попахивает какой-то подстав. О, подожди. Как-то было, как-то сработало. Только что дверь открывалась. Есть. И как? Да, я сбежал. Наконец-то. Аллилуйя, the end. Офигайся. Ну ты бабка даешь. Так, все, я сбежал.
Бабуля, все, давай, пока, до свидуля. Куда мне нужно идти? Thank you for playing. Спасибо за игру. Спасибо вам за такую головоломку. Фух, мы сбежали. Да-да-да. Ну что, на этом хэппи-энде, то, что мы угнали от бабули, я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Не забываем также ставить лайкосики, писать комментарии, что вы думаете по этому плейсу, и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Еще раз всем спасибо, пока и до нового видосика. Юху, поехал-ка я в тенек. Фонарик надо достать.